Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды за Лигу Сёгунов «Одна звезда». Также идем открывать колоду и посмотрим, куда меня сбросили. Я думаю, очень-очень даже низко, потому что я два дня не играл. Ну-ка, покажите мне. Вау, Лига Сёгунов, 3 звезды, ранг 100. Так что нам нужно с вами подниматься как можно выше. И начнем мы со Стефана, скорее всего. Так, берем Леонардо. Хотя, можно, наверное, и без него тут справиться. Ладно, пускай будет. Дуня, отойди пока. 61 уровень, значит, мы с тобой будем играть вот с этого. 60 уровень возьмем с тобой. Шархан, Ванюша, Сплинтер и Нейтрализатор. Поехали. Посмотрим. Так, мне нужно обязательно вернуться в Лигу Мастеров. По любасику. Так, это у нас Лига Сёгунов. Какая там? 3 звезды, да, была? 3 звезды. Значит, после Сёгунов, естественно, пойдет у нас Лига Мастеров. Но проблема в том, что у меня откатов мало и телепортов. Ну-ка, покажи мне. Ну да, сегодня мы с тобой заберемся в любом случае в Лигу Мастеров. Как ни крути. Но вот как удержаться, это уже другой вопрос. Так. Сатопрон. Ну что же, давай, наверное, возьмем его. Блин, откатов нету, ребята. Подождите-ка, давайте-ка, наверное, с вами выполним задание здесь. Пройти серию испытаний. Проще простого. Опа-на, а почему у Рафаэля так мало здоровья? Слушай, ну это непорядок. С какого вдруг перепуга так случилось? Так, Бибоп, да, у нас здесь? Ладно, мы с тобой хильнемся в первую очередь. Замечательно. Так, и понеслась. Начнем именно с Бибопа. Так, пол хп отняли. Лео, добей его, пожалуйста. Ага, не получилось. Что он делает? Оскорбление, взял провокацию. А этот гаденыш хильнул, а? Опачки, мы ему заблокировали способности. Сейчас мы разберем быстренько этого бота. И Бибопчик от нас никуда с тобой не денется. Ну-ка, Усаги, добей его, пожалуйста. Второй удар свой. Отлично. Так, а здесь мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Шикарно. Переходим на вторую волну и смотрим, кто у нас тут. Хан. Вот его нужно в первую очередь уничтожать. Так, сделаем с тобой уклонение. Ну и, наверное, сделаем массовую атаку. Давайте, родные мои. Ууу, что-то так слабенько ударили. Смотри, что делать, а. Так, а у нас с вами Усаги стоит под местью, поэтому он атакует. Давай вот этого еще шваркни, пожалуйста. Ха-ха, смачно. Так, Хан, ты, наверное, допрыгался. Дальше нам кого, наверное... Да, Джастина будем с собой убирать. Ну и остается Саблезуб. Даже не попал. Так, Саблезуб отдыхает, ребята. И мы с вами прошли. Соответственно, получаем награду. И будем сейчас уже искать некоторые детали для прокачки скилла на Донателло. Так, Реверт забрали. Поднять уровень персонажа, это все понятно. Но нам надо с тобой кое-что другое. Да, нам еще нужно найти достаточное количество сюрикенов. Ну, как вы помните, да, я буду апать Рафаэля оригинального. Вот только когда? Это вопрос меня самого интересует. Ну что, навыки. И нам остается найти с тобой 12 вот этих вот номеров автомобильных, да? И тихо-тихо-тихо, не надо мне так. Давай вот по-обычному. Так, ну что, вроде неплохо идет. 12 штук нужно найти, да? Ну, если так дело пойдет, мы с тобой быстренько с тобой накопим. Вот, отлично, даже телепортик один нам с тобой дали. Так, секунду, давай-ка глянем, сколько еще нужно, чтобы... Оу, 5 штук. 5 штук нам нужно всего лишь. Блин, если мы даже с тобой найдем, мутаген придется тратить. Не хотелось бы на самом деле... Так, ну что, вроде бы все, да? Нет, еще одну штучку.
Так, и сколько это нам обойдется? 5000 мутагена. Ладно, была не была. Прапаем. Ага, а дальше нам нужно 14 кружек с тобой найти и 10 видеомагнитофонов. И будет четвертая ступень. Ладно, это все будет у нас в следующей серии. Так, забираем с тобой награды. Поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 18 000. Значит, я могу... Так, Армагон. Вот его. 77 уровень он зарабатывает. Ну, а мы с тобой забираем остатки роскоши и дальше идем на арену. Шел я сюда для того, чтобы получить себе 5 откатов. Так что, погнали. Турнирка нас ждет. Ранг 85. Попробуем сегодня пробраться в мастера. Так, что бы нам взять? Наверное, буду брать Жозе, потому что, мне кажется, он послабее будет. Слушай, ну посмотри, у нас очень мало персонажей, а боев нужно сделать как минимум 7-6 штук. Если я возьму муху, они ведь могут ее ушатать, да? Они могут ушатать ее. Но я рискну. Ребят, я рискну только лишь ради того, чтобы получить как можно больше кубков. Но тут очень много массовиков-затейников. Ой, что я сделал? Господи, надо было вертушку делать. Да как же опять я так лопухнулся-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это да, вот это Рэй сегодня. Видно, не выспался я. Да, друзья мои. С просони начинаю тут мудрить. Ну, ладно, этот хильнет, фиг с ним. Вот я думаю, стоит ли нам с тобой брать провокацию, а? Его распишут, наверное, только шорх. Ладно, делать нам нечего. Беру провокацию. Так, дальше что? Слэш. Ага, промазал. А вот теперь делаем с тобой вертушку. Фух, господи, как же нам повезло-то, а? Я думал, что нас распишут. Вот серьезно не говорю. Но, слава богу, все у нас получилось. Кубки в полном размере. И посмотрим, куда мы сейчас с тобой приземлимся. 70-я позиция. Да. Что-то я уже начинаю сомневаться, что мы сегодня с тобой зайдем в мастера. Так, Донателло, Микеланджело, Рафаэль, Рокстеди. Тут такие персонажи собрались, что с ними лучше не шутить. Ладно, будем разбирать своими силами. Что ж поделаешь. Ну, этих орлов мы сейчас быстренько с тобой распинаем. Ага, Лео минус двоечку сделал. Так, Карайка еще одного ушатала и добивает всех Армагон. Бамс. Хорошо, когда так получается. Можно было бы, конечно, вместо Криса Брэдфорда взять кого-нибудь из слабых персонажей. Ну, чтобы просто отыграть кубок, да? Ну и посмотрим. Я надеюсь, хоть до полтинчика мы сегодня доберемся таким макаром. 3 отката. Кстати, у нас 121 монетка. Можно будет сегодня купить ДНК на кого-нибудь. Ну, а здесь нам нужно брать с тобой Инну. Это однозначно. Берем Инночку. Беру Рокзара, Зека. И вот здесь, кстати, вот здесь можно попробовать отыграть вот этих персонажей. Хотя очень-очень большой риск. В общем, Зек, если замедлит их и Рокзар не подведет свои провокации, то должно, в принципе, все у нас с тобой получиться. Бросаем бомбочку. Так, замедляшка вроде сработала, но не так хорошо, как я рассчитывал. И Лео должен... Все, все отлично, друзья мои. Получилось, мы с тобой отработали Мондогекко и Кирби. То есть кубки получаем за своих слабых персонажей. Так, ну-ка, 40 там какая-то будет, да? 41-я, блин, 4 боя еще. А у меня даже откаты кончаются. Неужели не получится, а? Неужели сегодня не получится? Так, ну что, берем тогда ноунейм. Лео, возвращайся. Железноголовый. Так, подожди, Усаги. Возьмем Донни. 51 уровень против 62-го, 63-го. Ну, тут уже 100% риск, потому что провокатор у нас железноголовый, а он, как ты знаешь, самый последний ходит. Микеланджело тут тоже не стоит брать, потому что уклонение на этих ребят не сработает и не поможет.
Ладно, давай сделаем тогда вот так. Хотя Рафаэль тоже не особо стремится в первую очередь встать в стойку. Ну, мы попытаемся что-нибудь здесь сделать. Так, начнем с вертушки. Угу. Так, а вот. Пошла массовая атака, и, по-моему... Так, Джастин выдержал. Пока, слава богу. Так, ну все, берем с собой провокацию. Фу, и можно, как говорится, выдохнуть. И Железноголовый добивает всех остальных. Замечательно. Ну что же, а мы с тобой двигаемся тогда дальше. Последний, судя по всему, у нас с тобой ожидает собой. Блин, я все равно зайду в мастера. Но не сегодня, конечно, завтра. А тут мы возьмем с тобой... Давай Гео. Раз, два, три. Четыре. Эх, Рафик, поехали. Попробуем сделать так, чтобы ты не упал у нас. Так, секундочку. Давай, наверное, поставим с тобой уклонение. Так, Усаги делает свою массовую атаку. Надеюсь, с постепенным уроном все как полагается. Отлично. Ну и добивочный от нашего Леонардо. Все, ребята, остается посмотреть, где мы с тобой остановимся, и пойдем на испытание. Хотя, подожди, может быть, еще испытание на... Кто у нас там будет? Черепашья буря, да? Если не ошибаюсь. Слушай, ну неплохо, 18 место. Вечером можно будет еще поиграть, и вполне можно забраться в Лигу Мастеров. Так, ну что, зайдем в предметы. Жетоны, и мы с тобой приобретаем. Ах, вот у нас что. Слушай, ребят, конечно, будем брать на Леонардо. Или не стоит. Или лучше взять на Донателло оригинала. Ладно, фиг с ним, возьмем. Все, ребятушки, взяли. И сколько нужно? 5000 мутагена всего лишь. И что он у нас там получает? О, четвертую серебряную звезду. Конечно, друзья мои. Ха, я думаю, что он заслужил. Так, вопреки всему, у него открывается новый скилл. Боевые навыки Леонардо укрепляют дух и его товарищей по команде. В начале хода вероятность 10% будет постепенно исцелять союзников класса дух в течение одного хода. Ну да, только лишь класс дух он будет лечить. Немножко грустно, но да ладно. А вот это вот что у него? Ногой в лицо. Хотелось бы посмотреть. А, это он когда бросает этого, да? Дрона. Слушай, ну как по мне вот получить эти? Сюрики, вот объясни мне. Может быть тут? Погоди-ка. У меня есть дубли. Здесь что-то есть. О, 350. Так, 7200 мы уже с тобой имеем. И все, да? Погоди-ка. Ну, тут 35 штук, это мало. Тут тоже мало. Так, ну-ка. 35. С миру по нитке, да? Глум рубашка. Так говорится у нас. И здесь. Ребят, ну почти 7500 мы уже накопили. Но этого все равно мало. Как я раньше имел по 20 тысяч сюриков? Где я их заработал, а? Не помню. Так, тут 70 сюриков мы выручили. Ну и все получается пока, да, все, ребята. Давай-ка посмотрим испытание. Ах ты, елки. Сколько? 20 часов еще ждать? А почему так долго? Сегодня у нас что, четверг, да? Вот оно что. Вот оно что, ребята, немножко я лопухнулся, получается. Так. Ну что, попробуем с тобой здесь, а? Получить. Была не была. Ай, 2 доллара, зачем? 35 жетонов. Опять 35 жетонов. Да какой ноутбук Донни? Сдался он мне. Вот, вот, голубь пит. А дадите мне Роквелла? Нет. Ребята, у нас с вами очень мало откатов. Точнее, телепортов. И долларов у меня, кстати, еще немного накоплено. Для того, чтобы купить 100 штук, нужно 500 бакинских, а у меня 458. Ну и что мне остается делать, объясни, пожалуйста, а? Я абсолютно ничего не могу сделать. Нет, вру, ребята, могу.
Я, правда, потратился по пицце. Зачем? Не знаем. У нас с вами смятение, которое я, кстати, хотел пройти. Охо-хо-хо-хо. Но пиццы мало. Что-то я, конечно, разгулялся сегодня здесь и потратил ее. Ладно, друзья мои, давайте смотреть, сколько у нас хватит пиццы, столько и пройдем. Так, опять этот гриб паршивый, да? Все время начинает... О, нифига, он, кстати, всем заблокировал, кроме Микеланджело, способности. Ты прикинь? Так, Кирби сопротивляется, но недолго. И белочку мы тут сейчас с тобой тоже ушатаем. Переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас с тобой здесь. Угу, мутагеноид и Абиба. Погнали. Так, этого не ушатали, а если так? Да ладно, у него пониженная броня. Да что ты? Майки, елки-палки, не смог какого-то вшивого кланфутовца уничтожить. Не знаю почему. Так, ну давай с тобой, наверное. Можно массовую атаку сделать, и все, я не упаду. Не будем рисковать, да, как говорится, одиночным бить. Сразу делаем массовую и все. Ну что, неплохо мы с собой это прошли. Дальше двигаемся. Но вряд ли у нас, конечно, хватит пиццы на все это дело. Посмотри, сколько у нас еще неоткрытых локаций. Ой-ой-ой-ой. Ну, поехали по круговой. У нас 49 пиццы с тобой осталось, как ты видишь. Ну, сколько сможем. Другого выбора все равно у нас нету. И что же у нас тут? Первый это у нас Джастин. Ну, Джастин, в принципе, не супер-пупер тут персонаж у нас. Меня больше Маузера бесит. Посмотри, что он делает, а. Так, давай-ка хильнемся. Ну и дальше пойдем уже просто в разгул. Так, заблокировать главную способность ему. А если так, сразу уничтожим. Да, получилось. Ну и что же, добиваем с тобой вот этих вот мелких Маузеров. Ну что ты тут делаешь, а? Малыш, иди поспи. Двигаемся с тобой дальше. Ага, Рокзар, Саблезуб. Ну и, конечно же, Шреддер. Куда же без него? Так, будем, наверное, начинать с Рокзара, потому что он любитель вставать в стоечку, потом фиг его пробьешь. А теперь уклонение, и будем Шреддера, наверное, колбасить. И будем с тобой колбасить Шреддера. Ага, отлично. Так, две атаки сейчас сделает Усаги. Уничтожим с собой Шреддера. Да ё-моё, я хотел... Я хотел, на самом деле, Саблезуба бомбануть. Так. А, он еще и в броне. И этот в броне, да? То есть накастовал он ему здесь. Ну, ладно, ладно. Хоба. Вторую атаку уничтожим? Нет, не уничтожим. Так, Лео добивает. И мелкий Маузер сейчас тоже здесь у нас упадет. Изи. Так, смотрим, сколько там осталось у нас пиццы. Было, по-моему, 49, если не ошибаюсь. Это по 6 за бой. В принципе, может быть, и хватит. 6 пиццы мы тратим с тобой за один бой. У нас 40. То есть еще где-то 6-7 не хватит. 6-7 боев, нет, не хватит. Но зато большую половину мы с тобой пройдем. Так, крысы тут вшивые. Так, двойная атака, отлично. Давай, наверное, блокировать Шархана. Не вышло нифига, а так если. Сразу баньки отправили. Так, крысу уничтожаем и двигаемся дальше. Последняя волна у нас тут, смотрим. Опять то же самое. Опять Джастин, Бибоп и Шреддер. Слушай, у меня у кого-нибудь есть массовая атака? Есть, у Усаги. Давай, родной кролик, вжаривая им по полной программе. Постепенный урон только на троих повесится, да? Тогда добиваем их. Опачки, и все. Красиво и классно. Двигаемся, естественно, с собой далее. Так, это у нас еще остается центральный бой, да? Это сами черепашки будут. То есть можно посчитать. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре. 4 на 6, 20. 20 пиццы, да? Слушай, по-моему, хватит. 20 и еще. 20 и еще 12. 32, а у меня 38. Должно хватить, ребят. Это опять же, если мы с тобой ни разу здесь не проиграем, не упадем, и все у нас будет с тобой четенько.
Ну и получим, конечно же, ДНК на наших черепашек. Так, ладушки. Этого шитика нужно уничтожить. Ну, хан еще тот противник, я серьезно говорю. Я раньше думал, что он, ну, такой слабенький. Но потом убедился в том, что он далеко не слабак. И очень много неприятностей может тебе принести. Во-первых, он со своим дебафом, который вот развесил на нас, да? Понижение защиты брони. Если когда вот... Тут он хорошо с маузерами был. А если бы там были бы, например, Шреддер или еще кто-нибудь. Представляете, сколько можно было бы получить от них урона? Так, ну что, наверное, начнем с мухи. Не добили, к сожалению. Дальше кто у нас тут? Давай карайку, наверное, будем с собой наказывать. Потому что она может нас замедлить. Ну, а пиццелицы тоже, кстати, имеет много массовых атак. Опачки, мне запретили хил. А это не вовремя, на самом деле. То есть я не смогу подлечиться. А это плохо, потому что у меня... Да ну, хорош, Майки, ты чё, ё-моё. Совсем что-то парень расслабился. Не хочет попадать, и все. Ну, этому крышка пиццелицму, а мы будем с тобой уже добивать этих маленьких маузеров. Так, этот... Что? Как так-то? Ничего себе, ты понял? Пиццелицева не убила. Не убил постепенно урона, он все-таки успел выжить. Каким-то чудом. Ладно, мы с тобой дальше продвигаемся и смотрим, что у нас по программе дня далее будет. Так, можно, в принципе, вот здесь вот начать. Но я хочу все вокруг обойти. Во-первых, нам нужно с тобой, чтобы у нас откатились скиллы, чтобы я был отхиленный. Только после этого мы с тобой рванем на черепашек. Здесь я не буду никакое уклонение ставить. В первую очередь нужно мне хильнуться. Так, надо ждать хода Лео. Мы с тобой сейчас залечимся. Так, тля это тут выделывается. Нифига себе, оглушила мне Рафаэля. Так, крысиный король что-то тут выпендривается. Майки, ну... Да, друзья мои, что-то Майки у нас в последнее время начинает пасовать. Я не знаю, в чем проблема, он промахивается. А если не промахивается, то наносит очень маленький урон. В чем проблема? Ну, захворал, что ли, парнишка, я не знаю. Так, ну что же, здесь мы с собой выиграли. Двигаемся на вторую волну и смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну здесь надо обязательно уклонение снять, потому что у меня еще один персонаж просто замороженный, оглушенный. Так, выпускаем с собой маузеров. Недостаточно сильно это все было. Давай-ка, Усаги, поднажми, родной. Ну вот, совсем-совсем другое дело. И добиваем с тобой Рокстеди. Отлично. Сколько нам еще остается? 4 боя, да? Если я правильно посчитал. То есть центральный бой за черепашек. Этот и здесь 2. Да, все хорошо. Ну что же, давай вот это вот с тобой пройдем. Потом черепашек и уже быстренько рванем за Кренгом, который там сидит уже и ручки пожинает. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот гриб тоже раздражает меня. Мимо? Да как так-то? Почему промахнулись-то? Зато Майки здесь очень хорошо завязанул, да? Так, таракан бронированный оправдывает себя, оправдывает. Опачки. А вот это мне не нравится. У Бакстера очень мало здоровья. Так, хиляемся с тобой тогда. И погнали. Вот если бы Усаги блокировал бы каждый свой удар, да, вот эти вот спецвозможности применения скиллов, вообще было бы идеально. Так, здесь компания счета. Крип, Хан и Пиццелицей. Так, дай-ка я... Хотя надо было с Хана начинать. Ой, с Хана, с этого, с Крипа, это же провокатор у нас. Ну куда ты, что он там, кому промахнулся, и слава богу. Иди отсюда. Ну а теперь беремся за Крипа, конечно же. Опачки, ху, с ударом мы его снесли. Вот это круто. Так, этот получил свое. Пиццелицей массовая атака, да? Ну и фиг с ним, ничего такого он не сделал. Дебафы никакие не повесил. Так, минус клан футовицы и добиваем. Нет, не добиваем, просто бьем пока. И вот, наверное, Усаги все-таки сделает свое дело. Да, друзья мои, отлично. Ну что, я думаю, пора отправляться
на центральный бой, да, который у нас посередине находится. И как раз там уже будут у нас черепашки поджидать. Оригиналы причем. Ох, как говорится, с богом. Хотя вот я не знаю, стоит ли мне брать Бакстера сюда. Может быть, лучше взять Донателло. Почему я беру Донателло, ребята? Только лишь из-за того, что у него есть скилл броня. То есть он повышает защиту. А она нам здесь пригодится. Так, делаем уклонение. Так, наверное, баф. А нужен ли он нам сейчас? Нужен. Попробуем. Главное, чтобы повесилась контратака. Ага, на троих висит. Это уже хорошо. Так, иммунитет. Иммунитет вешает. Блин, провокацию взял, а. Так, ну-ка, огрей его. Ну что ты, что ты, что ты, кому-то там. Да. Ну что, попробуем с собой вот так вот через апперкот пробить. Бесполезно. Тогда делаем дополнительную защиту. И так пробуем. Е! Лео упал. И нам остается только лишь их, наверное, добить. Надеюсь, что постепенно урон повесится на крайнего из черепашек. Вот здесь вот. Даже без этого мы их добили. Слушайте, ребята, очень круто. Ну что же, мы с тобой тогда двигаемся куда? Еще два боя получается, да? И Крэнк будет у нас пойман. Так. Ага. Давай-ка мы с тобой. Ну, я думаю, что здесь можно Бакстера Стокмана вернуть. А вот когда пойдем на Крэнга, наверное, опять все-таки лучше брать Донателло. Ну что, Рокстеди, ты готов? Ты нас пропустишь? Нет, по своей воле, конечно же, не пропустит, поэтому придется им немножко подвинуть. Усаги, вот, молодец, хотя бы на втором ходу он, ребят, заблокировал ему способности. Хотя мы его и так расписали, но все-таки лучше, когда заблокированный он. Так, пробиваем. Уничтожаем. Да хорош ты. Такие вот мордочки, да, ребят? Мелких крэнгов бесит прям. Причем в сериале они их не убивали. Я уже говорил как-то, да? Они уничтожали эту оболочку, а самих мелких крэнгов просто отпускали. Так, училку, училку, училку. Опа, упала. Так, давай-ка, наверное, волну с тобой выпустим. Окей. Попробуем заблокировать. Не вышло. И остается у нас саблезуб. Кому он нам хочет? Оу, по Лео ударил, да? Да чё ты, второй ход он, ребят, сделал почему-то сразу же. А, у него ускорение было, все, я понял. Ну что, у нас, кстати, потрепанный Микеланджело. И мы с тобой отправляемся сейчас на самую главную битву. Это к Крэнгу. Подожди, подожди, что ты мне показываешь? Раз, два. Блин, без майки здесь тяжело будет. Мне его, хотел сказать, хил. Мне его на уклонение здесь пригодится. Давай вот так вот сделаем. Я надеюсь, сейчас мы с тобой успеем отхиляться. Вот за первый с тобой бой. Ванюшу сейчас быстренько с собой уложим баньки. Так, тихо, тихо. Наверное, я хильнусь вначале. А уклонение уже будем делать ближе к Рэнку. Так. Нет, пока не будем делать. Просто попробуем его уничтожить. Ай-яй-яй. А так если? Есть. Все, ребят, Ванюша упал. Массовая атака. Чтоб тебя, а. Сейчас, сейчас, сейчас мы с ними разберемся. Да что ж ты будешь делать? У Майки уже жизни мало. Так, хильнуться, не хильнуться. Не буду пока. Ну вот, мы и дошли с тобой до Крэнга. В общем, ставим с тобой уклонение. Это в обязательном порядке. И приступаем к самой-самой массовой атаке, самой сильной из них. Так, ну что, разворачивайся, хламон. Опять я забыл поставить на первую скорость. Да чтоб тебя, ну, постоянно такое происходит. Вышел, да? Я боюсь, он будет Майки обижать. Так, надеюсь, уклонение нам тут поможет. Ага, в Лео звезданул. Так, усиливаемся. И погнали.
Отлично. Так, заблокировать получится у нас, интересно. Не вышло. Ну, тогда пробиваем его просто и все. Тихо-тихо-тихо. Оп. Майки уклонился. И еще при этом добил Кренга. Вот так вот, друзья мои. Все у нас с вами великолепно получилось. Остается только забрать нам награды и посмотреть, что из них выпадет. Ну все-все-все, хорош, давай. Дайте мне, пожалуйста, пак ДНК. Ну ладно, здесь пропускаем. И колоду. Колодочку. Давайте. Так, вот она, ДНК из другого измерения. Смотрим, друзья мои. Так, Донателло оригинал, отлично. И еще. Вау, 4 ДНК, круто. Так, Микеланджело оригинал. И еще Микеланджело оригинал. 310 сюриков. Это очень, кстати, классно. Собираем с тобой сундуки и открываем. Леонардо Финн, неплохо. Так, этот Крис у нас есть. Давай, давай, Бакстер тоже у нас есть. Ну, ну давайте, давайте. Ну, Саблезуб, само собой. Рокзар тоже, Карайка тоже. И все, да, открываем этот. Воу, Донателло оригинальный. По-моему, он, кстати, у нас, ребята, прапается сейчас. Так, Леонардо классика. 3 ДНК. Так, Донателло классика. Майки классика. И Рафаэль оригинал. И последний сундук, ребята, у нас оригинал Донателло и Микеланджело классика. Ну что я могу сказать тебе, очень круто. При этом мы с тобой еще заработали 19 долларов. Сколько тут? 11940 мутагена и 6 телепортов. Плюс 61 пицца. Шикарно, согласись. Так, а теперь я хочу посмотреть по списку. Ну да, друзья мои. Хо-хо-хо-хо, ты посмотри. Я могу поднять ранг Микеланджело. Ну, Рафаэлю-то понятное дело. И Донателло мы с собой перевести должны. Так, 5000 мутагена есть? Есть. Ну что, друзья мои, развиваем. И он у меня получает 4-ю серебряную звезду. Вау. Вау, эта штука классная. Сделана на совесть. Чтобы укрепить свой панцирь, Донателло пользуется самопальными средствами. Вероятность 5% появится броне. 5%. Слушай, ну это неплохо на самом деле. Такая штука мне нужна. Надо будет ее прокачать потом, и все будет тип-топ. Ух, нифига, у меня оригиналы начали прокачиваться. Так, Микеланджело поднять ранг? Ага. Если бы у меня было бы 9000 сюрикенов, я бы мог его поднять по рангу, то есть в золотой ранг перевести. Но ты прекрасно понимаешь, что... что у меня тут просто... Ребята, это завал. Давно такого не было, чтобы у меня висели черепашки, которых нужно апать, и на это все не хватает сюрикенов. Это какой-то нонсенс. Раньше не хватало у меня осколков, а теперь не хватает сюриков. Ну, с другой стороны, это очень прикольно, зато есть чем мне заняться. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Вам большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!